Но когда я читаю, я чувствую его взгляд на себе. Он неприятный, высокомерный. Отдайте мне мой дневник. Он вероломный человек. Как я могла ошибиться в нем? Как я могла? Но кто же он, обворожительный деспот, которого ты описываешь такими красивыми словами? Как вы посмели? Это моя комната. И вы не имеете никакого права читать мой дневник. Вот здесь ты ошибаешься. Все, что есть в этом доме, принадлежит мне. Это комната, твои платья, воздух, которым ты дышишь. Это тетрадка, которую ты так бережешь. Но я нет. И я не позволю вам так обращаться со мной. Вы не можете. Конечно, могу. Я же вероломное существо, разве нет? Более того, так как я плохой, в то же время твой хозяин, с этого мгновения я запрещаю тебе пользоваться библиотекой. Я думаю, что служанке не стоит много читать. Поскольку из-за этого ей приходят в голову странные идеи. Отлично. Тогда это означает, что теперь господин граф будет читать графине романы о любви. А почему бы и нет? Кто знает, может быть, при этом вы научитесь также и хорошим манерам. А сейчас я немедленно иду к графине, чтобы предупредить ее. Почему бы и нет? Куда ты думаешь, Пати? Иди сюда! Графиня, я вам сказала. Моя мать отдыхает, и не следует беспокоить ее подобными глупостями. И потом я с тобой еще не закончил. Графиня никогда не отдыхает в такое время. Я приказываю тебе остановиться, Элиза. Когда я говорю тебе, что ты должна остановиться, ясно? А сейчас посмотрим, кто командует в этом доме. Отпустите меня, что вы делаете? Отпустите меня! О, Господи! Но вы же не думаете нести меня вниз? Не дергайся. Да вы с ума сошли. Куда вы меня несете? Ну-ка, отцепись. Пустите меня. Пустите. Вы слышите меня? Я хочу знать, куда вы меня несете. Я прошу вас, пустите меня. Я несу тебя в одно место, где у нас будет много времени для того, чтобы поговорить. И веди себя хорошо. Да как вы смеете? Вы поняли? Уберите лучше руки. Хватит, отпустите меня. Куда вы меня несете? Отпустите меня. Отпустите меня. Я хочу укротить тебя, я знаю, как укрощать таких вспыльчивых девчонок. Отойдите от меня. Не бойся. Не бойся. Я совершенно не собираюсь оставаться здесь. Это ты останешься здесь внизу. До тех пор, пока не поймешь, кто командует в этом доме. До свидания. Вернитесь немедленно. Вернитесь назад. Откройте! Вы слышите меня? Вы слышите меня? Вы не можете оставить меня здесь!